Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Как же вы здоровы? О, как хорошо выглядите. Как же вы здоровы? Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Мы к вам, вот ненадолго можно, Евгений Алексеевич? Вот, Глава города Борис Беляев торжественно вручил медаль ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Награда утверждена в соответствии с указом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Хотим выполнить приятную миссию, вручить вам медаль 73-го, как раз вот от Беларуси, Республики Беларусь медаль, за освобождение Республики Беларусь к 70-летию освобождения. Нелюбину Евгению Алексеевичу 11 августа исполнится 92 года. Он начал свой боевой путь в 1943 году в Калужской области в составе 1-го Белорусского фронта. Воевал в пехоте. После тяжелого ранения решил стать врачом. Долгие годы работал в городской больнице, пользуясь заслуженным уважением. Как дела, Антонина Васильевна? Лучше всех. Молодцы. Так держать. Куликова Антонина Алексеевна родилась 1 февраля 1926 года в Благовещенском районе села Ашмянка. На фронт попала медсестрой, дошла до Берлина, служила в качестве майора медицинской службы. Поздравляю вас с наградой, государственной наградой Белоруссии, соседней страны нашей, братские. Борис Беляев поблагодарил ветеранов за победу и пожелал крепкого здоровья.